Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Наконец-то, Ириш. Слушай, я тебе целые сутки не могу дозвониться. Что случилось? Прости, по дороге была отвратительная связь. По какой дороге? Я сбежала. Пожалуйста, пожалуйста, не начинай орать. Я постараюсь не орать, если ты мне объяснишь, что происходит. Волкова оправдали. Я не знаю, что произошло. Я должна во всем разобраться. Ладно, я потом тебе все расскажу. Ирка, мне правда очень жаль. Но ты уехала лечиться не потому, что ты хотела прогулять работу. Потому что ты больна. Да я в порядке. Давай, я все потом тебе расскажу. А ты где вообще сейчас? Мы в парке Победы. Дети играют на площадке. Ладно, не торопитесь там. Я все равно сначала в прокуратуру, а только душ приму. Люблю вас. До вечера. Хорошо. Это мама звонила? Да, мама звонила. А когда она приедет? Скоро, скоро она приедет. Бегите, играйте, давайте. Ай. О, Господи, ты меня напугал. Мы с тобой на вечер договаривались. Привет. Привет. А ты чего одна? Где Бабич? Ты пытаешься выяснить, нигде ночевала? Да нет, не пытаюсь. Я знаю, что ты ночевала у него. Твои волосы не пахнут яблочным шампунем. Тань, я тебя знаю 10 лет. Ты всегда покупаешь один и тот же шампунь. А если твои волосы пахнут другим, то... Послушай, Мельник. Мне не надо нюхать. Со мной надо работать. Да, я ночевала у Олега. Но ночью он уехал, потому что пропала Ира Ладожская. Он задержал Витю. Он что, идиот? Это ж надо. Горячие точки спецоперации. Серьезный послужной список, полковник. Мы долго будем терять время? Я должен найти жену. Так быстро? Вы же только что убили предыдущую. Да не убивал я Ирину. Я ее люблю. Черт, да мы даже никогда с ней не ссорились. А вот ведь что интересно. Тут написано, что вы избили сослуживца. Посттравматический синдром, да? Нет. Просто он был идиотом. А я идиотов не люблю. Очень страшно. Я испугался. А можно уточнить, почему вы уволились? Блестящая карьера, правительственные награды и всего лишь один инцидент с этим избиением. Мне кажется, вас все-таки уволили. За что? Послушай, майор. Хватит фигней маяться, а? Я не могу здесь больше сидеть. Я должен ее найти. Значит так. У меня есть пропавшая женщина. Следы крови на полу. И съехавший полковник, избивавший своих коллег. А еще у меня есть статистика жен, убитых мужьями. Ознакомить? Бабич, стой! Какого черта ты забрал дело Ладожской? Она пропала, а исчезновениями занимается мой отдел. Ты знаком с ее мужем и с ней тоже. А значит, не можешь вести это дело. И, кстати, очень странно. То соседская девочка пропадает, которую ты знаешь, то твоя знакомая прокурорша. Может быть, дело в тебе, Мелик? Просто отдай это дело мне. Послушай,
Ты бы не мог выяснить со мной отношения каким-нибудь другим способом? Не мешая мне работать. Хочешь подраться, давай подеремся, но свободное от работы время. Подеремся. Но сначала я найду Ирину. Ты вообще нормальный мент? А настоящие менты обязаны жрать всякую фигню, да? Вообще-то это не фигня, а печеньки с предсказаниями. На минуточку из китайского ресторана. И они мне уже нагадали судьбоносную встречу. Поздравляю. Слышь, а эту хрень можно убрать отсюда? Аж бесит. Ты что, никогда таймера не видел? Дикий человек. Это ты, дикий человек, никогда не видел взрывного устройства. А ты всегда кислолицый, а? Нет, не всегда. Меня девушка бросила, а почему не сказала? Да какая разница? Баб в мире 4 миллиарда. Одна ушла, другая пришла. Разнообразие — это хорошо. Извините, я его сейчас заберу. Рядом. Комиссар, капитан Колесник. Чем могу помочь? Да ничем. Даша, кинолог. Это Джек. Мы у вас новенькие. Хорошо. Класс. Отлично. Могу показать экскурсию. Очень мило. Вы всем показываете экскурсии? Мне не показывал. Не надо кормить мою собаку дрянь. Чего дрянь? Это печенье я ел. Нормально вырос. Ну, не знаю. Когнитивные функции у тебя замедленные. Я бы не стал давать собаке эту фигню. Я тебя сейчас замедлю. Всем привет. У нас что, обыск? Это новенькая кинолог. Здравствуйте. Здравствуйте. 15 часов назад исчезла Ирина Ладожская. Это та, которая прокурор? Да. Поднимите все дела, которые она вела, а я пойду с ее мужем разговаривать. Видимо, экскурсия отменяется. Ну, видимо, да. А давайте я тебе позвоню. Давайте. Рядом. Минус 15 часов. Ну, походу, предсказания работают. Да я даже и не знаю, почему именно она вернулась. Мы толком даже и не успели ей поговорить-то. Ирка сказала, что примет душ и поедет сразу в прокуратуру, а я решил, что у меня куча времени. Витя, дети где? Бабушке отвез. Решил, раз она вернулась, не дрочившись, то вечером будет чувствовать себя паршиво. Она чем-то болеет? Что-то серьезное? Да мы так и не поняли. Врачи говорили стресс. Но, видимо, стресс серьезный, у нее даже волосы начали выпадать. Ну, и я отправил ее в санаторий подлечиться. Хотя с деньгами-то у нас не очень. Но здоровье жены гораздо важнее. Кир, ну выпусти меня отсюда. Ну ты же понимаешь, что это бред. Ведь я понимаю. Но в квартире нашли кровь. Поэтому... Ты думаешь, ее убили? Вить, не спеши с выводами. Это еще неизвестно.
потом все пообщаемся. Да, говори. Счастливо. Ирка, у тебя просто профдеформация. Тань, ну я серьезно, ну правда, ребенок должен знать свой домашний номер телефона. Вдруг она потеряется. Цифры скучные, я стишки люблю. Я тоже цифры не люблю. Мы под песенку учили. 2, 5, 9, 40, 33. А ты какую песенку любишь? Абанеру. Да, это из оперы «Кармен». Я ее просто обожаю, все время слушаю. Даже ребенка. Ну ты ужасная мать. Нет, чтобы песенки про солнышко. Ну давайте. Учите под свою хабанеру. Ну, давай. Готова? 5, 3, 8, 4, 9, 4, 2. Еще разок. Твоя любимая хабанера? А что ты тут делаешь? Вы все-таки влезли в мое дело, да? Ладно, прости. Не хотел на тебя давить. У тебя и так стрессов полно от мельника. Да нет у меня с мельником никаких стрессов. Все хорошо, правда. Я же вижу, что с тобой что-то происходит, когда вы вместе. Олег, у меня с мельником чисто рабочие отношения. Мы давно развелись, так что не надо волноваться. А каким я мою шампунем голову? Шампунем? Я не знаю, каким ты женским, наверное. А что, у тебя закончился купить? Да нет. Ерунда, не обращай внимания. Утром дождь обещали, видимо, низкое давление. Всякая ерунда в голову лезет. Низкое давление — это серьезно. Но поправимо. Погнали пить кофе. Котик, а ты что поешь? А я не помню. Ты видишь, она уже ни хрена не помнит. Тёма, перестань. Ты помнишь наш план? Да. Только если она ни хрена не помнит, этот план не работает. Перестань, она все помнит, она умная девочка. Ладно, я вернусь, проверим. И еще разок. Давно я тут не был. Но особо ничего не изменилось. Ирина не любила перемены. Почему не любила? С чего вы решили, что она мертва? С того, что мне не 5 лет. Прокуроры каждый день не исчезают. Тем более Ирина. Тем более сейчас. Дело Волкова же. Что это за дело? Алена Волкова. Пьяная девушка-мажорка. На джипе врезалась в автобус, который вез детей на экскурсию. Автобус слетел с моста в реку. Высота была небольшая, тем не менее, несколько детей спасти не удалось. Мы отлично подготовились к суду, но Ирина заболела. Сильно. А затем из дела пропали все заключения. Все. Эксперты отморозились. Отец Волкова их запугал или подкупил, это понятно. Но документы были уже у нас в сейфе. И вдруг исчезли. Мне их в суд везти, а я как дурак.
В общем, убийце дали полгода условно. Из-за меня. Конечно, я ей позвонил. А у кого есть доступ к сейфу? Только у нас двоих. Помогите! Помогите! Ничего себе домик. Как думаешь, я лет за 100 на такой заработаю? Без понятия. Богдан, у нас калькулятор, его и спрашивай. Извини, что отвлекаю, но похоже, тут кровь. Все понимание освечиваю. Вызываешь криминалистов. Умная баба. Как ты с ней столько лет прожил? Алло, экспертов на саду. Хорошо прожил. Это частная территория. Что непонятного? Частная территория. Нам бы с Алексеем Волковым переговорить. Он нас не предупреждал. А мы с сюрпризом. По делу его дочери. А чего вы такие смелые, а? В полицию решили стрелять? Полиция? Что раньше сказать нельзя было? Протокол это ты должен был сказать. Давно не работал. Запамятовал. Че такой теплый прием, парни? Нервишки подлечить надо. Мы других людей ждем. Каких людей? Мы пиццу заказали. 2 часа ждем. Вот и злые такие. Ну, голод не тетка. Чего шуми, мальчики? Тут полиция. И не надоело. Ну, проходите. С чем пицца, парни? Салями. Годится. Ирина Ладожская, прокурор, пропала сутки назад. В ее квартире обнаружили кровь. На кухне следы борьбы. Это же надо. Кого-то она все-таки окончательно достала. Но я не удивляюсь. Такие всегда плохо заканчивают. Не чтобы как нормальный человек денег взять. Она принципиальная. А нас принципиальных не любят. Вы о себе, надеюсь? Частично. Да. Я ее терпеть не могу. Но на этом все. Дочке дали полгода условно. Я удовлетворен. Так что к исчезновению Ладожской я не имею никакого отношения. Но она могла бы оспорить решение суда. Кто тебе сказал такое? Вот у меня другая информация. Я слушаю. Кровь на дороге перед вашим домом имеет к этому отношение? А можно встречный вопрос? У вас есть ордер? Если кровь на дороге принадлежит Ладожской, ордер будет. Ну, тогда и поговорим. Да не там вы ищете, майор. Мне бояться нечего. Аленка на свободе. Родители апелляцию не подавали, так что... Почему? Может, там экспертам позвоним? А толк? Мне только раздражаются, когда их торопишь. Как бы время идет, а мы ничего не делаем. Я ее счет проверил. Там 3 копейки. Только зарплата приходит. Мне кажется, что ее отъезд и пропажа напрямую связаны. Нам бы найти эту связь. А я нашел. Ну, не знаю, связь это или нет, но на счету ее мужа внезапно появилось 20 тысяч долларов. 3 дня назад. Мельник,
Ну что, нашел доказательство невиновности своего друга? Пока нет. Да, Тань. Подожди, а Богдан уверен? Ясно. Виктор, на счет. Несколько дней назад кто-то перевел 20 тысяч долларов. Нет, так мы полдня потеряли. Я пойду с ним поговорю. Мы поговорим. Да я понятия не имею. Удивительно, другого ответа я не ожидал. И, пожалуйста, соберись и подумай. Может, дело не в Ирине, а в тебе? Ага. Может, тебя хотят подставить? А, да. Потому что другого объяснения у меня нет. Зато у меня есть. Куда ты дел тело? Да не убивал я свою жену, идиот! И понятия не имею, откуда взялись эти деньги. Витя. Кир, ну скажи, что ты мне веришь. Да, у нас вообще большой любитель верить невозможное. Знаю я ваш протокол и статистику. Если Ира еще жива, то с каждым часом, с каждой минутой ее шансы все меньше. Пока ответа криминалистов нет, может быть, мы вспомним, зачем мы здесь? А то я начинаю думать, что ты заманил меня на эту работу по другой причине. Хорошо. Давай пойдем с самого начала. Ульяну похитили, чтобы обменять на киллера. Да, я знаю, ты считаешь меня виноватым. Если бы я не решил поймать преступников, а просто обменял бы киллера на Ульяну, то она бы сейчас была с нами. Кирилл, мы ничего не знаем. Может быть, ее убили бы в любом случае. Таня, Ульяна жива. И да, я считаю, это был неоправданный риск. Мы хоть что-нибудь знаем о похитителе Ульяны? Практически ничего. Артем Войцек, возможно, это не настоящее имя. По нашему ведомству не проходил по смежным тоже. А киллер? Мы его тогда случайно задержали. А есть подозрение, что он работал на крупный наркокартель. Но своих заказчиков он не сдал. Или не успел. То есть у нас опять ничего нет. Вот смотри. На карте я отметил точки, где киллер убивал своих жертв. Может, увидишь что-то необычное. У вас что, Google Maps с телефона слетел? Богдан, подойди. Посмотри, это места преступлений. Никакой закономерности не видишь? Это по делу прокурора? Это по другому делу. Просто внимательно посмотри. Я просто не понимаю, что нужно искать. Я могу взять карту, отсканировать ее на компе, отследить закономерности. А что конкретно вас интересует? Найдешь закономерности, я тебе расскажу. Квесты? Я люблю квесты. Есть новости? Кровь на парковке принадлежит не Ирине, а неизвестному мужчине. Вторая положительная. Облом, да? А в квартире Ирины кровь хотя бы ей принадлежит? Да, но тут тоже сюрприз. В крови катастрофически высокое содержание свинца. Ее отравили? Я думаю, ее регулярно травили. Отсюда и переутомление, выпадающие в ус. Ты, конечно, прости, майор, но мужу жену отравить очень просто, плюс бабки. Да, отравить ее мог кто угодно. Богдан, ты отследил, откуда на счету Виктора появились деньги? Да, со счета Волкова. Кстати, не просто было его вычислить. Но я же у вас гений. Получается, Олег с самого начала был прав. Ну что, кушать будем? Мы с тобой поиграем, давай. Посмотри, пожалуйста, ты кого-то узнаешь? А что?
что это за игра? Я такую не знаю. Ульяш, это дяденьки, одного из которых ты знаешь. Покажи мне, пожалуйста. Это плохая игра, не хочу. Но мы должны с тобой поиграть, пожалуйста. Смотри, вот это человек, которого ты видела и который тебя к нам привел. Запомнила? А он сможет? Что? Ну, привезти меня обратно, к маме и папе. Ты обещала. Ульяш, я тебе говорила, что твоя мама с папой в командировке, я должна за тобой присмотреть, пока они не вернутся. Когда они вернутся? Мы же с тобой в игру играем, да? Покажи мне, пожалуйста, того, кого ты должна запомнить. Я не знаю. Это плохая игра, мне страшно. Котик, иди ко мне. Все, все, все. Не будем больше играть. Ну а какой смысл убирать прокурора? Поставит другого, он все равно выиграет суд. А ты говорил, что родители не оспаривали решение суда. Мы выяснили, почему? Ну, я обзванивал их, они трубку не берут. У них сегодня годовщина гибели детей. Они на кладбище. Добрый день. Здравствуйте. Мы из полиции. Простите, что беспокоим вас, но нам нужно с вами поговорить. Теперь-то уж чего. Примите наши глубочайшие соболезнования. Вы извините, но мы должны вас спросить. Вы, наверное, были возмущены результатом суда. Наших детей все равно не вернешь. Эту пигалицу стоило наказать, конечно. Но отец ее порядочный человек. И повел себя по-человечески. Компенсацию дал. И вы взяли? Вы не судите. У меня их еще двое. И их кормить нужно. Что вы, вас никто не имеет права судить? У вас такая трагедия. А вот Боря осуждает. И денег не взял. Но ведь у него-то других детей нет. Извините. Я понимаю, почему вы не взяли деньги. Но почему вы не подали апелляцию? Вы вообще кто такие? Мы с полиции. Извините за бестактность. Да похрен мне на вашу бестактность. И на апелляцию тоже. Нет в ней никакого смысла. Как и во всей вашей продажной системе. Уходите. Я хочу побыть сыном. Вам все равно этого не понять. Вы же не знаете, что это такое – потерять ребенка. Извините. Ну, это ж только ты никогда не сдаешься. Да, не сдаюсь. Считаю, что люди вообще не имеют права сдаваться. Никто и никогда. Кирилл! А он ведь врет. Обосной? Во-первых, мимика. Во-вторых, я не верю, что он мне захотел отомстить. В-третьих, кровь на парковке. Таня, ты права? Он хотел отомстить. Она жива. Где она? Где ты ее прячешь? Думай,
сядешь. И надолго. Да хоть закопайте. Я все равно уже умер. Я понимаю, вам нужно обязательно кого-то наказать за смерть сына. Но поверьте, вы убьете невиновную женщину, которая пыталась вам помочь. Мне нечего вам сказать. Ладно же, прости. Я все понимаю. Будь здоров. Что это сейчас было? У нас нет оснований для его задержания. Почему? Если Волков напишет показания, что несчастный отец пытался прорваться в его дом... Теряем время. Даже если все так, мы отчаянно теряем время. И что теперь? Господи, Мельник, ты еще клептоман. Уверен, что это здесь? Уверен. Богдан пробил телефон Борису, он был здесь. Где ее искать-то? Завод большое, времени у нас в обрез. Нужна вещь с запахом Бориса. Телефон. Ищем. Ищем. Молодец, молодец, Джек. Да, все в порядке, пульс в норме. Спасибо. Я не могу понять, почему он меня хотел убить. Для меня это дело было важным. Я хотела посадить Волкову. И когда я узнала, что ее вину не смогли доказать, я сбежала из санатория и приехала. Чертов санаторий. Я как чувствовала, не хотела ехать. А почему Борис не захотел подавать апелляцию? Он был в отчаянии. Ему надо было кого-то обвинить в смерти сына. И что? И что, теперь убивать кого-нибудь из-за этого? Он что, совсем с ума сошел? Ир, я не знаю. Когда я его видела в последний раз, он был абсолютно вменяемым. Просто почему-то он решил, что в пропаже улик виноват ты. Машина с данным номером на большой скорости движется к Северному мосту. Черт. Он решил убить себя там, где погиб его сын. Вова, не дай ему выехать на мост. Зачем так рано умирать? Впереди столько интересного. СИЗО, суд, тюрьма. Да мне все. Ирка! Господи, Ирочка! Привет! Господи, Ирка! Слава богу, ты жива! Ну как ты, а? Ну, учитывая то, что меня чуть не утопили, прекрасно.
Ну, я же тебе говорил, что нельзя прерывать лечение. Теперь я тебя буду слушать всегда. Не смей меня больше так пугать, поняла? Ну, обними меня уже. Спасибо, братцы. Отличная работа. Я возле машины подожду. Да, я иду. Рядом. Я все равно не могу понять, почему у нее свинец в крови. Борис ее выкрал, но он не мог ее регулярно травить. Так, может, муж все-таки? Муж путевку купил, отправил лечиться. Странный способ убивать. И когда Юрий ему сказал, что Ира упала в обморок на работе, он сразу ее отправил. Так, может, это и было целью? Отправить ее в санаторий? Ты же первый утверждал, что Виктор не виноват. Я не о нем. Погнали, быстро. Олег, я не понимаю. Вы же всю дорогу подозревали Ладожского, а все остальные версии разрабатывал Мельник. Ну, какая разница? Я убийцу поймал, я и молодец. Так что запишите раскрытие на мой отдел. Не понял. Это же заместитель Ладожской, а что он здесь делает? Ну, вот мне интересно. Юрий давно метил на место Ладожской. Когда Волков предложил ему большую взятку за то, чтобы из дела исчезли улики, он сначала испугался. Потом подумал, что это шанс одним выстрелом убить двух зайцев. Его задача была не допустить появления Ладожской на суде. И он стал подмешивать ей в кофе свинец. Через некоторое время он рассказал Виктору, что его жена плохо себя чувствует и ей необходимо обследование. Виктор испугался и настоял на том, чтобы Ира срочно уехала лечиться. Теперь Юрий мог спокойно выкрасть улики. Что он и сделал. Но он прекрасно понимал, что как только Ира узнает о том, что дело развалилось, она вернется. Он общался со свидетелями и знал, что отец погибшего мальчика одержим местью. Поэтому он довольно легко убедил Бориса в том, что именно Ирина взяла взятку и уничтожила улики. И что она вернулась в город. Одним словом, у него все получилось почти. Я попробую поговорить с Ирой, чтобы она не давала ход делу Бориса. Но это невозможно. Похищение, покушение на убийство. А может, вообще не будем преступников ловить? Ну а что, у всех свое оправдание. Тяжелое детство, мама не любила. Да объясни ты ему, что у человека ребенок погиб. Пускай проект посчитает. Видишь, что он делает? Он специально давит на самое больное, только чтобы мне что-то доказать. Конечно, не мое дело, и с Татьяной Санной у нас особой дружбы не получилось. Да, и мы все знаем, почему. Но вы поберегли ее немного, что ли? Кир, я понимаю, у вас общее горе, но ты не сдался, ты продолжаешь искать, это тебя спасает. А для Тани каждое новое дело — напоминание о ее потере. Пока ты, Мельник, снова не появился в ее жизни, у Тани все было хорошо. Я ее берегу. Ты ее все еще любишь? Можешь не отвечать. Молодец. Быстро раскрыл дело. Может быть, свободен. Шоперу. А я люблю тебя. Кармен. Пойдем. Кирилл,
Я проверил карту и, если честно, ни черта не понял. Ну, кроме того, что отметки четко распределены по районам города. Один район, одна отметка. Это что-то значит, да? Не знаю. Может, и ничего не значит. Ладно, завтра поговорим. Неси фотку босса. Нужно показать. Прямо сейчас? Ну, а когда? Понятно. Тогда позже. Так, пошли в спальню. Можно мне с вами? Мне оно скучно будет. Ты это, в змейку поиграйся. Пошли, пошли. Пять, 3, 8, 4, 9, 4, 2. Да. Здравствуйте, это вас тревожит фирма по установке и ремонту пластиковых окон. У нас есть прекрасные скидки. Есть.